Итак, ребята, всем добрый день. Птичьерына, город Пятигорск, третья часть. Пойдемте вот досмотрим то, что у нас еще осталось на рынке, то, что я еще не показал. Так, вот такие вот армавиры. Армавиры. И почем такие армавиры? От 1000 и выше. Эти тоже узбеки? Да. Да. А это у нас американцы, да? Кормилки. А кормилки почем? По 150. По 150. Понятно. Так. Вот такие тракия. Тракия белые. Белые, красные. Почем такая тракия? 1000. Их надо в октябре показывать, когда уже облиняют все. Да, сейчас. Так, вот такая такла. А такла почем? Вот 500 рублей. Тоже по головатам. А это как-то называется, блин? Почтовый. Не, это почтовый. Не... Это почтовый разве? Да, маленький все. Чех. Ни хрена себе, он будет мощный. Ну, родители пока за 75 километров улетели. На 75 километров? Пока больше не пускали, не около года. Ну, белые они не такие. Их быстрее хищник выбивает белых. Так, понятно. Мощный. Мощный будет. Так, ладно. Пойдемте дальше. Здесь тоже из-под головатых и всего понемножку там. Пакистанец. Пакистанец один. Такие черные. Белые. Такие сизые. Вон твой петух ходит. Вон. Такой. Вон. У кого-то. Юра, привет. Добрый. У кого-то петух убежал. Вот продаются петухи. Цесарки продаются. Так. Здесь, по-моему, уже все. Добрый. Так. Сейчас вот. Так мы с вами в третьей части прогуляемся, посмотрим. Вот тоже белые бакинцы. 962. Так. Вот такие желтые чили. Так. Так. Вот здесь белые. Белый мрамор. Из-под краснорябых. Почти зеркальный. Почем такие? Вот зеркальный мне вот этот. По 400. Понятно. Так. Ну, давайте вот отсюда начнем отсюда. Потом что-нибудь придумаем. Вот такие спортивные три штучки. Краснорябые чили. И почем они?
По 200 рублей, Юра, если надо. Для тебя бесплатно. Не, 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 не надо. Своих хватает. Своих девать некуда. Так. Вот это вот вчера глянул. Здесь вот из-под головатых. Ну и за свет тут это 920, не будет. Головатые шейки. Так, вот здесь пара чаек. Пара чаек плечистых сидит. Вот такая пара буденовских. Да у нас почему? Собаки, голуби. Статные, статные. Вот когда в каждой клетке сидят разные голуби, тогда покрасивее. Вот пара николаевских, желтых, белохвостых. Голубь. Насколько мощный и здоровый. Так, вот. Пара желтобоких, вот такие вот персы. И хозяин. Хозяин, он там лазит в машине. Вот еще пара черных чубатых. Лохматых. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, жарко ему. Ай, малыш. Человек по телефону, хозяин разговаривает. Ай. А и что стоят такие? Я ему 15 тысяч даю. Так, ладно. Нихуя. Так. Мало. Мрамор вот такой. Да-да-да. Чернохвостый северокавказский, пара сизолысых. Пара сизолысых моздоцких. А почему лысые такие? По 1000 рублей, полторы. Понятно. Хорошая лапа. Так. Да-да, что вы по дамам. Желтые северокавказские. А желтые почем? Желтые тоже. 1000-1500. Да не, не торопливо. Рябы по 1000. Хорошо. Юра, здоров. Добрый. А ряба еще хочет? Захар тебе привет передавал. Да ладно. Да. А ты ему не сказал, скажи, ох, Виктор на тебя серчает. Ну, не знаю. Он сказал, увидишь, передавай привет. Он написал. Еще ага. В прошлый раз ага, ну написал. Спасибо, Юра. Так, вот такие ребята. Чили. Чили, белые перы. Так, рынок немножко растянулся. Тут вот кролики. Кролики. Куда он? Сейчас убежит. Убежит. Вот такой. Здоровый, хороший. Чуть не нырнул. Молодец, спортсмен. Спортсмен. Я понял тебя, слушайте. Так, вот. Да, да, чили. Чили широкохвостые, белые, все широкохвостые. Вот такие молодежь. Ваши и почем такие? Полторы тысячи голова. Так. Вот такие вот белые. Белые тоже широкохвостые. То же самое. И почем такие ваши? 3000 голова.
Это молодежь вся. Погоняли их что-нибудь? Этих нет. Так. Все, ребята, пойдемте в обратную сторону. Еще немножечко надо доснимать. Можно было и на паузу, не буду на паузу ставить. Мы с вами болтаем, разговариваем. Вот наши ребята. Так. Посмотрим. Так, машина, опять машины. Тяжко вроде бы отъехала. Так. Так, добежали мы. Пара кингов. Пара кингов сидит. Шейки. Шейки всякие разные. Желтошейки, красношейки, черношейки. И почем ваш такие? 500 рублей. 500 рублей голова. Молодежь. Так, вот здесь. Вот такие вот сизые. Живые, красивые. И почем такие? Косматых нету. И что стоит? По рублю. По рублю. По рублю. Ну, клетки вот продаются. Может, вам не надо. Сейчас я покажу. Они сборные, да? Да, и разборные, и сборные. Уже готовы. Такие по рублю. По рублю. И вот телефончик. И голубей, и вот клетки, ну, да, есть такие. Собрал и все. Так, все. Пойдемте дальше. Так, здесь кто-то посадил клеточку. Несколько штучек. Так. Посмотрим, что у нас еще здесь. Тут такие. Один благодарницкий сидит. Такой поясатый. Бугеновский. Пятюня. Пятюня. Так, Николаевский. А Николаевский почем такие? По 500 рублей. По 500 рублей. Зайчики. Вот кучерявые. А кучерявые такие? По 300. По 300 рублей. Большие. Так, кролики. Кролики у нас. Кролики этот, он что-то роет. Французский баран называется. Только я его и знаю. Так, нутрии. Нутрии продаются. Вот такие крысы. Крысы. Вот. Малышня. А почем такие вот малышня? По 500. По 500 рублей внутри. Маленькие. Тоже кролики. Кролики. А такие почем кролик? По 800 рублей. О. Статные. Вон поясатые. Вот такие вот. Снегирь. Снегири вон другие. Сизые, желтые. А почем снегири такие? По 500 рублей. Да, сейчас птица вся в линьке, не очень
красивая. Молочную подарить ее. Не-не-не. Спасибо. Такие ребята так. А это что за порука? Афганистан, как все пакистанцы. Ну, похож на пакистанца, ну. Не знаю. Кто его знает? Сейчас прогресс. Так. Птички. Птички всякие разные. О, Юра уже снимает. Моих тоже сними. Сейчас. А это что за птички? Как-то он сказал. Всякие разные птички. Вот это канареек-то я знаю. Канареки-самцы, да. Это пара самцов. Тут вон снегири. Один снегирь. Опа. Ну, кто занимается птичками, тот занимается. Ладно, пойдем дальше. Так. Павлины. Почем такие павлины? По 500 рублей. По 500. Павлины цветные. Можно? Не надо здесь. Ты можешь взять, просто я тебе показал. 0,33. Ты просто берешь 0,33, плюс добавишь 0,1. Вот это вот такие. Так, вот такие. Смешал и колешь. Это от шишки. 5 так, дней, ла. Колешь 5 дней. 10 дней. Носочумые. Белые. И почем такие? Я знаю, что... По 600. 600 рублей. Да ничего, подниму. Что тебе? 600. Мне говорит... А? Есть вакцина? Вот эти, так, а вот такла араб. А эти арабы почем? Ну, типа 500, не можете рассказать. Черный холостый. Это ты продавал, который есть. При болезни. Краснодарцы лохмоногие, белохвостые. Да. Это краснодарские? Да. Славянские называются. Ага. А они почем? По 500 голова. Тоже по 500 голова. Черные белохвостые. Потом ты, значит, пропали вообще. Черные белохвостые. Нравилось точку. Это здесь. Ну что? Так. Вот такие рябоголовые. Головастики. Так, где хозяев? Хозяев не видно. А тут корм продают. Так, вот тоже такла. По 1000 рублей вроде я проходил. Человек говорил, по 1000 рублей и выше, кажется. А вы кондиционер верили? Так, ладно, пойду, а то здесь вот пройти никак. Все друг друга. 850, еще. Так, вот такие вот таклашата. Таклашата. Здесь тоже такла. Здесь. И почем ваши? Нет. Хозяев нет. Хозяев. Все кормом тарятся. Так же, как и я, наверное. Так, вот здесь такие вот белые. Белые молодые. Белые, сизые, носочубы шоколадные. Так, посмотрим здесь. Здесь тоже такла хозяйничает. Желтошейка. Ну и, наверное, будем заканчивать эту часть. Вон дойдем сейчас до кольца поилки. В принципе, здесь уже все, ребята. Вот. Тоже здесь вот нутрии и карелы.
Карелы, попугаи. А почем карелы ваши? По две. 2000. Нашему бизнесу рекламу сделайте. 2000. Да. Так, а у вас что? О, это эти морские свинки, да? И почем они такие? 500 рублей. 500 рублей, ну как, 50. Спасибо, Ед. 50. Это, а это хомячки такие? А вот это такой красивый, это что? А комиксы. Как? А комиксы. А комиксы. Понятно. С красивыми ушами. Так. Пойдемте дальше. Так. Кто-то держит, увлекается и такими всякими хомячками, а комиксами. Так, куры, 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 куры. И колбаса. Так, вот даже здесь вот рыбки. Рыбки. Как тогда так получается? И рыбки продаются. Как это у нас тут 20 рублей? Перепелки. А почем перепелки? 150 рублей. Так. Ну, вот и все. Вот и все, ребята. Дошли мы до края. Вот кольца, кормушки, поилки, гнезда, вот эти пластиковые яички, муляжи. В общем, все, всего понемножку. Все здесь, в принципе, есть. Все, ребята, на этом буду заканчивать этот ролик. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Ну, и приезжайте 28 числа. Город Беслан будет. И также 28 числа будет город Кропоткин. Всем удачи. Всем пока.